Thanks for joining us, guys. We'll start questions now. Time's up, guys. Thanks for your questions. Начинается сегодня сезон Еврокубков, первый тур группового этапа. Сегодня вы смотрите прямую трансляцию со стадиона Стэмфорд Бридж. Не переключайтесь, будет очень интересно. Сложно играть в таких условиях, но поле на Стэмфорд Бридж хорошее и не должно поплыть. Поэтому ждем начала матча. Как и обычно, для вас сегодня будут работать Константин Генич и я, Георгий Черданцев. Групповой этап Лиги Чемпионов вашему вниманию в прямой трансляции на EA Sports TV. Челси сегодня играет против Боруссии Дортмунд. Ну вот и наступил этот момент. Лига Чемпионов начинается. Сегодня будем смотреть первый групповой матч. Путь длиной в 9 месяцев стартует с нашего матча. Довольно много времени прошло с момента, когда Боруссия играла в финале Лиги Чемпионов. Хорошая то была команда. Наверное, одна из лучших команд в истории клуба. Ну, в 2000-е годы-то уж точно. Для текущей команды это стимул. Постараться войти в историю клуба своей игрой. Кто знает, может быть, и вписать свои имена в историю турнира. Конечно, об этом сейчас никто не думает. Это первый тур группового этапа. Тут все намного прозаичнее. Челси с первых минут начинает матч в следующем составе. Боруссия вышла на поле в следующем составе. Хотят с первых минут забрать они мяч себе сегодня. Выбрали тактику высокого прессинга. Как будут выходить соперники из такой ситуации, вот что интересно. Посмотрим. Высокий прессинг не новинка в футболе, и вариантов выхода из-под него много. Главное не терять концентрацию и максимально четко распоряжаться мячом. Тогда преимущество окажется уже на их стороне. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. Плохой пас и мяч у соперника. Тимо Вернер. Есть первый гол у нас. Очень резвое начало с быстрым голом. Нас ждет атакующая игра сегодня. В этом нет никаких сомнений.
Вот это удар у него получился. Пушка страшная, как говорит коллега Черданцев. Хоть и не Колодин бил, но все равно получилось очень мощно. И к голкиперу тут никаких вопросов. В нашей игре. Опасно это будет. Гол! Челси забивает. Отлично он обыграл защитника. Еще раз гол посмотрим. Да, и там получился выход один на один, который завершился классным ударом. Вратаря винить не в чем. Такие эпизоды редко решаются в его пользу. Счет 2-0 у нас. Надеюсь, на этом команды не остановятся. У соперника в итоге мяч оказывается. Салах. Тимо Вернер. Эрлинг Холланд. Вот это момент у него. Надо забивать и гол! Хорошо на повторе видно, как здорово он обыграл защитника. Но нападающий сейчас сыграл на уровне экстра-класса. Блестящее индивидуальное мастерство. Да, оборона развалилась. И похоже, что защитники просто наблюдали вот за тем, как мяч влетает в их ворота. На табло 3-0. Это разгром. Может что-то из этого прохода получится. Отличный сейв! Недавнее спасение вратаря точно должно войти в обзор недели. Полностью голкипер это заслужил своей игрой в этом моменте. Вернер в штрафной. Вот чуть поточнее пробей он. Так зарядил-то он хорошо. Очень мощный удар и счастье голкипера, что мяч прошел выше ворот. Довольно редко удается собрать такую группу, из которой на выход могут претендовать как минимум. Мяч в игре, у вратаря не получилось его забрать. Очень хорошо Н'Голо Канте играет на перехвате. Эрлинг Холланд. Перехватывает мяч соперник. Вратарь выносит мяч и разряжает обстановку. Коке. Дониел Малин. И вперед он идет. Арбитр зафиксировал фол, но с мячом Челси и будет отложенный штраф. Без мяча Челси остается. Дониел Малин. И что дальше тут будет? Он с мячом и продолжает накручивать одного за другим соперника. Эрлин Халанд явно не был обделен вниманием в последние дни. И оно понятно, ведь он играет сегодня против своей бывшей команды. Думаю, это не... Подожди, подожди, это может быть опасно. Гол! 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 Классная контратака предшествовала голу. Давайте еще раз посмотрим. Не скажу, что это сверхъестественный гол. Все сделано как по учебнику. Точно удар буквально в упор. Но именно это и называют классикой атак. 4 безответных мяча забито в этом матче.
Эрлинг Холланд. Думаю, в первом матче групповой стадии у команд главная задача не ударить в грязь лицом. Чтобы потом не оглядываться назад в поисках пары очков, которых не хватило для прохода. 100%-ный, казалось бы, шанс, удар с такой дистанции. И он не использован. Тренер просто в шоке, вон даже за голову схватился. Был абсолютно уверен, что это гол. Эрлинг Холланд. Отлично сыграно. Теперь они могут начать свою атаку. Дортмунд идет вперед через фланг. Там есть свободное пространство. Вот момент. Какое шикарное спасение. Великолепную реакцию демонстрирует голкипер. С ближней дистанции бил игрок. И взять такой мяч, конечно, было чрезвычайно трудно. Подает Коке. Забирает мяч голкипер. Челси с мячом. Думаю, они вынуждают этим контролем соперника нервничать. Ведь счет в их пользу. Если дальше дело так и пойдет, то они спокойно доведут дело до победы. Высоко они играют сейчас, и мяч перехватили. Навес в штрафную. Рахим Стерлинг. И это просто шедевр. Отличный навес у него получился. Нам повторяют этот гол. И завершение классное. Очень здорово разобрался с прессингом защиты и классно завершил эту атаку. Такое преимущество еще в первом тайме. Немыслимо. Похоже, судьба матча решена. Похоже, эта атака закончена. Мяч они потеряли. Классно в перехвате сыграли. Тимо Вернер. В отборе играет Кумминс. Коке. Джуд Беллингем с мячом. Без мяча Боруссия остается. Какая техника, как он обращается с мячом, вы только посмотрите. Браво, защитник. Коке. У команды есть еще одна минута, ровно столько добавил арбитр к основному времени. На игрока давит, лучше сыграть через вратаря. У соперника в итоге мяч оказывается... Ну что же, свисток на перерыв. Команде, которая проигрывает, стоит задуматься, что нужно исправить за эти 15 минут. Очень качественный футбол сегодня показывает он. Очень хороший матч он сегодня проводит. Мы видим график с его ударами. Как только была возможность пробить, он бил и смог забить несколько раз. Начинается второй тайм первого группового матча в Лиге Чемпионов. Эрлинг Холланд. Салах. И теряют они мяч. Теряет Боруссия мяч. Челси будет сбрасывать из-за бокового. Сесар Аспиликуэта. Рис Джеймс. Тимо Вернер. Снова Тимо Вернер. Это Жоржини. Холланд. Что сделает Холланд? Хорош вратарь. Как классно он с этим ударом справился. Очень-очень здорово сейчас проявил себя вратарь. Совсем не получилось у защиты надежно сыграть здесь. Великолепно сыграл защитник.
Перехвачен пас. Это опасный штрафной. Боруссия меняет игрока. Это штрафной опасности для вратаря не таил. Много разных слухов ходило вокруг сегодняшнего трансфера, но, насколько я понимаю, теперь все подтверждено. Игрок, он удивительный, конечно. Что тут говорить, если его уже сейчас считают лучшим в своем поколении. А то ли еще будет, ведь карьера у него только набирает обороты. И новый трансфер должен пойти на пользу. Пройдет тут навес. Не получилось мяч выбить, все еще опасная ситуация. Кажется, появляется возможность для потенциально очень опасной контратаки. Ну, все еще есть варианты для продолжения атаки. И это автогол. Гол, конечно, получился курьезным. Еще раз нам показывают этот эпизод. Не повезло игроку, и от него мяч влетел в ворота. Ну, что тут скажешь? Сами себя убили. Мац Хуммельс. Алдервельд. Дальше Стерлинга этот пас не пойдет. Вернер. Мохамед Салах. Холланд. Что сделает Холланд? Гол! Свой третий мяч он забивает сегодня. Не удержать его. Защита абсолютно не понимает, как с ним играть. Повторяет нам гол. Замечательную комбинацию они разыграли. Не скажу, что это сверхъестественный гол. Все сделано как по учебнику. Точный удар буквально в упор. Но именно это и называют классикой атаки. Это разгром. Беллингем. Юлиан Брандт. Сергей Милинкович Савич. Мяч в игре, у вратаря не получилось его забрать. Гол, но на разницу в счете это особо не влияет, она все еще большая. Смотрим еще раз повтор. Здесь не очень надежно играет голкипер. Кое-как справляется с первым ударом, но, конечно, нужно стараться фиксировать мяч, иначе вот такие голы с добивания неизбежны. Стыдно, господа. Счет разгром. Ромелу Лукаку. Но это уже совсем плохая передача. Нужно собраться. Играет в пас команда. Защита надежно играет. Рахим Стерлинг. Штанга, момент не закончен. Спасает команду вратарь. Сыграл он действительно здорово, безупречно. Очень сложно было отразить этот удар. Замену сейчас делает Боруссия. Подача в штрафную от Стерлинга. Хорошая попытка, но прямо в руки вратаря.
Лукас. Беллингем. Семео Чукуэзе. И соперник позади. Есть подача в штрафную. Медленно затухла, как выброшена на берег рыба, атака этой команды. Рахим Стерлинг. Ромелу Лукаку. Очень хорошо мяч ходит у них по всему полю. Играют они в... Ты видел это? Вот это да! Какой удар сейчас вратарь потащил. Чудо просто! Стерлинг в штрафную мяч отправил. Отличная игра Альдервейлда на угловом. Борьба за мяч. Отлично сыграно. Около 8 минут до конца основного времени. Роберто Фермин. Сергей Милинкович Савич. Эрлинг Холланд получает мяч. Без мяча Челси остается. Семео Чукуэзе. Васкес. Фирмино. Вот чуть поточнее пробей он. Так зарядил-то он хорошо. Очень мощный удар. И счастье голкипера, что мяч прошел выше ворот. Боруссия меняет игрока. Играть еще 2 минуты, ну и то, что добавит арбитр. Теряет Челси мяч. Юлиан Брандт. Вицель. Обратная передача Фирмину. Фирмино. Вот это момент! И какое спасение вратаря сейчас! Блестяще играет голкипер. Сложнейший удар потащил. Мяч летит в центр штрафной. Мяч за боковой линией. Семео Чукуэзе. И на этом все. Челси одерживает победу в стартовом матче Лиги Чемпионов. Хороший матч они провели сегодня. И это заслуженные 3 очка. Они играли заметно лучше и были активнее соперника по всему полю. Очень уверенный старт. Couple of questions for you. Thank you. That's all the questions we have for you.
На одном игроке мы сегодня постараемся сосредоточить внимание. Он играет против своего бывшего клуба. Вы увидите всю прелесть футбола только на канале EA Sports. Всегда приятно работать в тех условиях, которые сегодня на Стэмфорд-Бридж. Ждем хороший матч. Как и обычно, для вас сегодня будут работать Константин Генич и я, Георгий Черданцев. Зовет нас английский футбол вновь. Это премьер-лига в прямой трансляции. Это Челси против Брайтон. Крайне важный матч сегодня для обеих команд. И поэтому мы эту игру очень ждали. Мейсон Маунт стал самым обсуждаемым игроком перед этой встречей. Он сегодня играет против своей бывшей команды, и это, конечно, вызвало большое внимание прессы, да и болельщики уделят ему сегодня особое внимание. Интересно будет посмотреть, как он под таким давлением сыграет. Игрок-то он классный, но такие моменты всегда стоят особняком. Перед нами состав Челси. Итак, стартовый состав Брайтона. Если говорить о стиле игры, эта команда любит и умеет обороняться. Скорее всего, сегодня мы увидим игру от обороны. Команда целенаправленно играет вторым номером, отдавая сопернику мяч и инициативу. Итак, игроки Челси разыграли мяч. Игра началась. Матч двух замечательных команд, и мы ждем яркого футбола. Канте уходит вперед. Тимо Вернер. Рис Джеймс с мячом. Отлично сыгран. А сейчас передаем слово нашему корреспонденту на Vitality Stadium. Там что-то интересное случилось. Такой момент. И счет в матче открыт. Отлично они начали. Быстро решили забрать игру себе. И гол в этом, конечно, плане лучший помощник. Как здорово он пас отдал. Очень уверенно это сделал. И пробил он здорово со средней дистанции. Зарядил как из пушки. Один-ноль. Сейчас будет веселее. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. Велтман. Плохой пас точно на соперника. Высокий прессинг сейчас, и это приносит плоды. Неплохая была атака, но мяч потерян. Хорошо, что произошло это на чужой половине поля. У нас сейчас будет короткое включение с Emirates Stadium. Там что-то интересное произошло. Да, еще один гол у нас случился. Спасибо Ливерпулю за мое включение. Садио Мане отличился. Он сыграл отлично в стеночку, забежал и пробил в касание. Такой, знаете, дух старой школы. Выше ворот проходит мяч. Хороший удар получился. Челси держит мяч и не расстается с ним. Вернер! И гол забивает Челси! Повтор гола нам показывает. Очень хорошо у него получилось обыграть защитника. И в ворота бил он уже с очень близкого расстояния. Так что тут шансов промахнуться не было. После ответного мяча у нас 1-1. Н'Голо Канте.
теряет Челси мяч. Слишком сильно. Мяч у вратаря будет. Давайте передадим слово нашему корреспонденту. Похоже на Брама Лейн. Что-то интересное произошло. Еще один гол был забит у нас. И пойдет он дальше сейчас. Вратарь в игре справляется с этим ударом. Ну, решай же! Ты видел это? Вот это да! Какой удар сейчас вратарь потащил! Чудо просто! В центр штрафной мяч направлен. Гол! Высший пилотаж в игре на втором этаже. Еще раз посмотрим гол. Отмечу хорошую подачу с углового. В завершении все тоже было четко. У вратаря не было шансов. Счет 2-1. И мяч обратно идет. Справляется с этим ударом Акинфеев. Н'Голо Канте. Ромелу Лукаку. Вот это момент у него. Игра продолжается. Вратарь не забрал мяч. Мяч на угловой уходит. Был рикошет. Прижали они соперника к воротам. И болельщики продолжают их гнать вперед. Получится ли забить после этого углового? И прямо в центр штрафной полетел мяч. Выбили мяч из штрафной. Идет атака флангом. Тут есть свободная зона. А вот и не получилось у них свою атаку продолжить. Мяч потерян. Перехвачен этот пас. Тут может что-то получиться. Спасает ворота Акинфеев. Пас перехвачен. Не получилось сыграть лучше. И как он дальше мячом распорядится? Похоже, вратарь первым будет на мяче. Очень спокойно забирает мяч вратарь. Похоже на Брама Лейн. Что-то интересное произошло. Давайте передадим слово нашему корреспонденту. Да, еще один гол у нас случился. Игрок Шеффилда забил. Счет теперь 1-1. А сыграно... Можно забивать здесь. Пробивал уже сегодня голкипер этот игрок. А вот во второй раз пока не получается. Ждал и был готов вратарь к этому удару. И сыграл действительно здорово. Мяч летит в центр штрафной. Арбитр зафиксировал фол, но с мячом Челси и будет отложенный штраф. Хаким Зиеш. Тимо Вернер. Лукаку. Челси держит мяч и не расстается с ним. Тимо Вернер. Лукаку. Отличный отбор мяча. Все возможности для контратаки перед ними. Отличный пас. Ну, не смогли придумать продолжение в этой атаке и потеряли мяч. И ближе к воротам игра переходит. И есть блок. Ромелу Лукаку. Вот это да! Отлично сыграно. Канте. Вот это момент! И какое спасение вратаря сейчас! Блестяще играет голкипер Флаж. И еще удар потащил. Арбитр демонстрирует нам, что он хорошо все помнит и показывает желтую карточку за нарушение, которое было несколько мгновений назад. Да, очень грамотная работа рефери. Мяч оставался ведь у пострадавшей стороны. И важно было не сорвать перспективную атаку. И ничего опасного здесь. Рикошет и будет аут.
Две минуты и прозвучит свисток арбитра. Какая техника, как он обращается с мячом, вы только посмотрите. Мяч в воротах! И теперь сопернику придется еще сложнее. Разница в счете стала больше. Еще раз голевую атаку давайте посмотрим. Много передач было. Устроили они такую тики-таку сопернику. Со средней дистанции он выстрелил по воротам. Очень мощный удар получился. 3-1 счет. Результативный получается матч. Свисток на перерыв, и Челси ведет в счете после первого тайма. Лучшая атака лиги в очередной раз продемонстрировала, что в открытый футбол с ними лучше не играть. Преимущество перед вторым таймом у них более чем комфортное. Не уверен, что соперник найдет способы отыграться и больше не пропустить. Футбол на Стэмфорд-Бридж продолжается. Едем дальше. И пас перехвачен. Очень выверенный пас. Опасно! Это уже шанс, это уже надежда. Осталось забить всего один гол, чтобы вытащить эту игру, которая казалась проигранной. Сейчас они пойдут вперед. Гол нам повторяют. Сыграли они отлично в этой ситуации и смогли забить. 5 голов уже забито в этом матче. Счет 3-2. Хаким Зиеш. Канте. Пас играет команда. Ждет своего момента, перекатывая мяч. И мяч уходит сопернику. Все-таки не смогли удержать его. Прямое включение. Vitality Stadium у нас сейчас будет. Передаем слово нашему корреспонденту. Еще один гол был забит у нас. Игрок Ньюкасла забил. Жоэль Энтон отличился. Такую дворовую перепасовочку они устроили. Сыграли очень просто и со вкусом. Счет теперь 1-1. 53 минуты сыграно. Очень ценная информация. Как обычно, спасибо. И продолжать держать нас в курсе событий. Удар! Ну, здорово сейчас сыграл вратарь. Что тут скажешь? Неплохой удар, но и вратарь хороший. Плотный, хороший удар, но и вратарь на чеку. Неплохой удар, но вратарь на месте. Берет голкипер этот дальний удар без особых проблем. Похитрее надо действовать в следующий раз. Идет в штрафную мяч. Выносит мяч из штрафной, ничего опасного. Играют они в пас. Есть навес в штрафную. Не удалось мяч вынести. Надо обороняться, продолжать. Много мы слышали разговоров и слухов о готовящемся трансфере, а теперь точно можно сказать об этом, как о состоявшемся переходе. Удача во время этого трансфера была полностью на их стороне. Игрока они взяли за откровенно небольшую сумму для его потенциала. Грубоватый, по-моему, отбор был сейчас, но свисток арбитра молчит. Можно продолжать игру. Это аут. Важно подавать тут. Играет в пас команда. Продолжают владеть мячом. Очень долго. Пора бы уже как-то обострять. Хорошо блокирует удар. Пас дальше не прошел. Перехват. Шикарно высокий прессинг, и мяч снова у них. Можно мяч в штрафную навесить. Удар головой, и вратарь играет здорово. Здесь сколько угодно можно подбирать эпитеты к игре вратаря, но он сыграл действительно превосходно. У нашего корреспондента есть новости о матче Манчестер Юнайтед. Давайте послушаем его. А у нас тем временем еще один гол был забит. Игрок Ман Юнайтед забил. Бруно Фернандеш отличился. Мяч оказался в воротах после штанги. В общем, он довольно точно пробил. Счет теперь 2-1. 64 минуты сыграно. Как всегда, самыми оперативными новостями был наш корреспондент. Спасибо ему за это.
Будешь навешивать, а? Атака продолжается. Мяч все ближе к воротам. Отлично, оборона действует. Тимо Вернер. Все-таки забрался в офсайд игрок и боковой поднимает флаг. Есть удар. Просто невероятно сейчас вратарь играет. Как он взял этот удар? Как он сыграл? Пошла подача. И это опасно как. Потрясающе вратарь играет. Какой удар тащит. В центр штрафной пошла подача. Следует скидка. Какой момент потащил Акинфеев. Просто потрясающее спасение. С такого близкого расстояния удар был. Замена, и покидает поле игрок, получивший сегодня предупреждение. И в центр штрафной мяч летит от углового флага. Прямо с линии выбит мяч. Все в рамках правил, можно играть. Прошел он соперника. Получается навесить в штрафную. Ну вот чуть-чуть поточнее бы сыграли, и по-другому могла эта атака закончиться. Жоржиньо. Тимо Вернер. А сейчас передаем слово нашему корреспонденту на Vitality Stadium. Там что-то интересное случилось. Да, я подключаюсь к трансляции с новостью о голе. Гол! Еще больше они закрепляют свое лидерство. Теперь плюс 2 гола. Повторяют нам гол. Отличный, сильный и точный удар под перекладину. Вратарь тут остался, не уйдет. Шесть голов наколотили друг другу команды. И у нас 4-2. Мяч в руках у голкипера. Можно было пробить и получше. Рубен Диеш. Основное время матча заканчивается через 9 минут. Мяч за боковой линией. Готов свежий игрок войти у нас в игру. Пулишич. Ромелу Лукаку. Зиеш с мячом. В игре вратарь. Очень выгодный момент не использовал этот игрок. Конечно, надо было забивать из такой позиции. Отдает он передачу. Получилось отдать на ход. И надо забить еще один. Время еще есть. Еще раз смотрим голевую атаку. Еще раз восхитимся навесом. На такие можно смотреть долго. И в завершении все так же было сделано четко. Хорошо с защитой разобрались и отправили мяч в ворота. Четыре-три. Именно такой счет был в матче Реала и Манчестер Юнайтед, когда, как говорят, Роман Абрамович принял решение купить Челси. Две минуты осталось играть в основном времени матча. Последняя возможность это для них забить. Нельзя мяч терять сейчас. Не торопится арбитр со свистком, дает играть команду. И вратарь забирает на этот. Тимо Вернер.
Пулишич. Вернер. Челси держит мяч и не расстается с ним. Подкатился, забрал мяч, начал атаку своей команды. Что еще нужно? И мы поздравляем Челси с победой. Сегодня они были сильнее. Хозяева сегодня были в хорошей форме. Они очень много забивают в лиге. И этот матч только укрепил их позиции в этом плане. Что до гостей, то у них большие проблемы с атакой. И эта игра стала еще одним подтверждением того, что им что-то надо менять впереди. Hi, can you chat to us for a second about the match? Thanks very much for speaking to us.